А, здорово, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Иван. В этой обстановке мы еще никогда не начинали игровой ролик. Нахожусь я в покрасочной ЛС. Сегодня у нас весь тюнинг Volkswagen Polo. Так что присаживайтесь поудобнее, готовьте что-то покушать, и мы начинаем. Короче, я понял, почему микрофон. Я, короче, его немножечко вроде поднастроил. И надеюсь, я не буду сегодня кричать, буду говорить медленно, все понятно, чтобы было. И буду говорить не очень громко, чтобы он не пикал! Скример, сори. Короче, тюнинг Volkswagen Polo. Сразу делаем его в белом, я думаю, цвете. Ну какой еще цвет? Красный? Нет. Ну да кредит от тошнот, пацан. А че голубой так охуенно подошел, а? Вот так вот зло, да, конечно. Короче, делаем ее белым цветом. Кайфовый белый. Что-то мне персонаж с предыдущего ролика вселился. Короче, да, белый металлик. В принципе, все. Сохраняем и оплачиваем. Вы можете сказать, что у тебя по чиповке? А у меня ничего, у меня просто переднеприводный Polo. Ну, когда-то был. Но сейчас на нем стоит задний привод, дрифтовый чип. То есть, получается, с завода он был переднеприводный, чиповка была переднеприводная. Сейчас я поставил заднеприводную. И получается, типа, что-то, как бы, 80% задний на заднюю ось, где-то 20% на переднюю. Распределение мощности. Получается, типа, не до полный привод дрифт. Здесь вечно какая-то дичь. Короче, едем тюнить сегодня вот этот Polo, главное не доехать. Зачем я сюда поехал? А, ну, конечно, всякие мажорчики на Луканах. Конечно, если бы я не тратил деньги на конкурс, который мне вообще ничего не дает, почти, то я бы не один Лукан бы имел просто. Я потом чисто посчитаю, сколько я бабок всего потратил на конкурс, мне аж интересно станет. Вот, так что давайте заедем, сначала заправимся. Кстати, расход-то у Polo маленький. Кстати, Polo у нас тонированный в хлам, кроме лобаша. И даже вроде фары тонированные. Что-то я, походу, хороший вариант. А, нет, фары не тонированные. А, да, в смысле, боковые не тонированные? Чего, блядь? А боковые не тонировали? What the fuck? А, может, я баг словил? А, пацаны, вы тоже не видели этого Симпсона здесь никогда? Я вот впервые увидел, это здесь пленка, типа. Бля, я от этого Симпсона никогда не видел. Лол. Так, Polo. А чё боковые затонированы? Они, походу, намудрили и сделали задние полусферы полностью всю тонировку. Да, а если я лоб затонирую 80, фары 60, ну это все в принципе, good. Ну и все. Кайф. Вот. Заезжаем на тюнинг. Это же наш, можно сказать, основное, для чего мы здесь собрались. Заезжаем в тюнинг. Крышки капота. Она типа более злая становится. Давайте поставим более злую. Расширение. А, это получается в рестайлинг какой-то или до рестайлинга. Хер пойми, что это такое. Это, наверное, в рестайлинг вот становится. А, подождите, передний бампер. А, это он GTI встает. А, бля. Сделаем GTI, чё? А сколько стоит? Конечно, дороговато будет. 390 тысяч, чтобы сделать из обычного GTI. Ну ладно. Басиста на Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Прям кайфанул, когда это сказал. Да, что-то у меня персонаж опять с предыдущего ролика вселился. Так, низкий профиль. Закрыть каталог колес. Знаете что? Один раз я катался и увидел одного прекрасного человека, забыл его имя. Вы можете мне обзывать колхозником. Бля, это типа диски тоже сюда идут. Вы можете обзывать меня колхозником, но я видел, как он катался на вот этих Aero 2. Ну, кстати, здесь не написано, что это Mercedes. Но это, кто не шарит, это старые мерседесовские диски, которые они стали на
Кабана вроде, но они были без вылета, но точно ставились на волчок 124. Вот. И я видел этот посад на посадке. Какой посад? Пола на посадке. На этих дисках. И он смотрелся просто охуенно. Все, что я могу сказать. Так что давайте изменим немножечко радиус. Регулировка задних колес. Можно мне перенести ее немножечко? Ну где-то нормально ширину. Вот так норм. И засунем немножечко их внутрь, чтобы могли его посадить. Вот развал. А вынос? А что за вынос? Это типа наверх, на низ? А, это все норм. Это точка опоры, вот. Развальчик. А это развал стоковый? Нихера себе. Так, сохранить и закрыть. Задних на передний. Вот. Не, давайте немножечко радиус еще меньше сделаем. Задних на передний. Вот. Все, 465 тысяч покупаем. И диски, конечно, маленькие. Хочется сказать, какие-то 14 или 13. Для 13-х. Хотя вполне может... Не 13, где-то 14. До 15-го оно еще не это. Не дотягивает, а до 14 можно. Ну где вы такое еще видите? Ниву на дрифт-чипе, Пола на дрифт-чипе. Только на самом лучшем канале. Я уже всрал 5 или 6 миллионов просто на конкурс. Не повсираю так, а что за ешка? А потом захочу ешку купить, и мне скажут, тебя не тудейник. Или скажут, ты такой сякой, тот лучше, но тот нихера не делает никакие конкурсы, но он же лучше тебя. Ладно. Подвеска. Пропорциональность. Нам надо, чтобы она стояла ровно. Вот. И высота 0,01. Можно вот такой вот? Чисто... А, блин, нам же надо сначала этот... Чип. У меня где-то есть стенд с Priora. Это было очень громко, сори. Priora MMR. Вот, идеально. Нет. Нет, давай. Вот, где-то стенд. Priora стенд, вот. Так, не, ну это уже очень низко. Неплохо, но нам надо сейчас изменить немножечко радиус. Нет, радиус, блин, а почему он так носится? Там Priora просто ушатал на своем поло. Вот. Но она тупо не хочет рулиться. Что-то в последнее время поставил на Шкоду чип на поло чипе. Они прям стали мега... мега не руль. Неуправляемые, вот. Так, давайте немножечко регулировку изменим там этот... Вынос. В принципе, нормально. Задник на передний. Ну все. Еще передний, знаете, тебе, что я бы сделал? Развальчику бы добавил. Ну теперь-то кайф, а? Посаженный просто Polo, который не чёркает по земле, тонированный в хлам. Я бы еще сюда OMR налепил бы, не знаю, не OMR, а каких-то, не знаю, хам. Вот, хам 3-6 сюда бы влепил, вот это вообще было бы по кайфу. Если бы я делал вот эти решетки, они, конечно, сделали прозрачные, вся херня, но я бы лучше сюда черную текстурку подложил, она бы смотрелась более симпатичнее. Или бы сделать сеточку немножечко погрубее. Олежка, да, привет, на твоем 221. Бля, как у меня давно был 221, еще в 17 году. Короче, пацаны, посмотрите у нас какой вышел по... Короче, пацаны, посмотрите, какой у нас вышел Polo. Конечно, на номерки уже, сори, денег нет. Уже хочется себе что-то купить, я себе могу сказать, нихера не купил то. Вот, короче, Polo вот такой вот вышел, GTI полностью, это текстурки персонажа. Посаженный, вроде норм, но в пацана я видел, этого зайка, кстати, да. Я видел в пацана, не помню какого, он в клане был, не помню, только в каком. У него вот эти АЗ-ки, может из-за того, что у него радиус побольше, у него где-то половина диска было видно. Вот только половина, у меня можно сказать полно. Ну в принципе кайфовый вышел, чё. Подписывайтесь на канал, если вам понравился данный видос. Ждите на этой неделе видос с конкурсом, вот. Подписывайтесь на канал. Не пропустите много-много-много. Да если вы думаете, что у меня конкурсы редкость, это неправда.
на этой неделе. Я надеюсь, что будет все заебись, я словлю две восьмерки. Потому что я хочу купить две восьмерки нам, блядь, на конкурс. Из-за этого я не могу его начать. Вот. И потом еще будет еще один конкурс 12 июля, то есть в середине лета. Так что да. Лайк, коммент, подписка. С вами был Эван. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем хорошего аппетита. Подписчички мои. Балдежа, пацаны, балдежа. С вами был Эван. Adios, amigos, guys.